Добрый день! Сегодня 29 января 2023 года. И мы на Антильских островах. Антигуа. И столица Сент-Джонс. Бывшая колония Англии. Я как раз на берегу, в порту, хочу идти на свой Norwegian Sky. И передо мной вдруг вырисовался Atom of the Sea. Это Royal Caribbean, уникальный корабль. Посмотрите, какая вверху там есть вышка. С этой вышки можно кувыркаться как угодно. Ну что там наверху? О, да, интересно. Мы, кстати, никогда не были на Royal Caribbean, но обещаем, что будем. Обязательно. А это наш красавец. А вода такая зеленого цвета. Зеленая, просто красотища. Окунуться хочется. Мы сегодня прогулялись по Антигуа. Это второй раз уже в этом году. Люди уже собираются на корабль, потому что мы отходим в 4:30 или в 5 часов. Наш красавец, Norwegian Sky, норвежское небо передо мной. И Atom of the Sea. А в этой бухте Вададли Кэтс. Какие-то кошки Вададли. Ну, вообще интересное место. Я сегодня познакомился с людьми, которые приехали из Англии, из Израиля. Они здесь живут всю зиму. Оказывается, здесь уникальный климат. Здесь среднегодовая температура плюс 27 градусов. И зимой, и летом. Ну, говорят, что бывает иногда чуть повыше температура. Но они к этому привыкли. Встретил одну женщину, которая из Мэйн, из Соединенных Штатов Америки. Она здесь имеет дом. Дом ей остался по наследству от родителей. Они когда-то купили здесь дом за $5000. Это было, правда, очень давно, наверное, лет 40 тому назад. Можете представить, двухэтажный дом за $5000. Они, конечно, его изменили, реновейшн сделали. А сегодня они сдают первый этаж. И я у нее спросил, она здесь живет круглый год? Нет, она говорит, только зимой приезжаю. Потому что зимой здесь огромное удовольствие. Цены здесь, конечно, приличные, особенно для жилья. Я бы интересовался, сколько стоит однокомнатная квартира на месяц. Она мне сказала, что ее дом в море. На месяц она мне сказать не может. Но она может сказать, что она сдает у себя однокомнатную квартиру за $500 в день. Можете себе представить, $500 в день, у нее три квартиры таких. И вот когда-то по наследству ей достались эти квартиры от родителей за копейки. А сегодня она имеет сумасшедший бизнес. $500 в день. Зимнее время, можете представить, за месяц 15, получается 500 умножить на 30, $15000 с одной квартиры, $45000 она имеет спокойно за месяц. Прекрасно? Здорово? Конечно, у нас нет таких родителей, мы прибыли из бывшего Советского Союза. Но интересно, есть мысли. Правда, сегодняшний ее дом стоит порядка 2,5 миллионов, она говорит. Продавать она не собирается. Оставит своей дочери. У нее одна единственная дочь. Ну хорошо, вот наши капитаны уже идут. Они нас будут приветствовать. Люди идут на корабль. Это Антигуа. Сент-Джонс. Hello! Captain! How are you? Good, Captain. Good. Yeah. Ну хорошо, мы еще увидимся. До встречи. Пока. Bye.